В Сургуте за последние сутки выпала треть месячной нормы осадков. На дорогах круглосуточно работает 90% всей техники подрядных организаций. В этом году их количество увеличилось до 7. Усугубляет ситуацию плюсовая температура воздуха. На центральных улицах образовались большие лужи. Коммунальщики стараются оперативно их откачивать и пробивать ливнеприемники. Наиболее опасная ситуация на тротуарах. Лед, покрытый водой, представляет собой хорошо скользящее покрытие, от которого не спасают даже сапоги с большим протектором. Как итог, в травматологию с различными повреждениями обратились 19 взрослых и 7 детей. 3 человека госпитализированы. У нас 7 кураторов выезжают каждое утро после ночной смены на дорогу. И из 153 основных улиц дорог сургутских всего по 4 мы выявили существенные замечания. То есть работа оценивается как удовлетворительная.